Примерно в 8 лет мне подарили велосипед. Я мечтал о нем долго. И сейчас подумать, ну, велосипед, ну и ладно, он у многих. Но тогда это такое счастье было просто. Я помню, как я падал, я не знаю, пенициллином эти коленки замазывал. Хотя редко бывало, ну да ладно. И велосипед это было просто потрясение для меня. Мечтать. Нам надо мечтать. Конечно, надо. У всех, думаю, людей есть мечта. У кого-то кто-то хочет куда-нибудь попасть. У кого-то хочет мечта, например, много денег иметь. Кто-то хочет директором чего-то. Все же чего-то мечтают. Совсем недавно сбылась моя самая заветная мечта. Примерно год назад я замечтала собаку. Думала об этом, хотела. И вот на мой день рождения, 21 ноября, мне подарили собаку. Делиться мечтой можно, но только с самым сокровенным человеком. Мне кажется, мечтать такое счастье небольшое. Ты о чем-то мечтаешь, и ты счастлив. И этой радостью можно поделиться. Почему бы и нет? Порадоваться вместе с другом. Хорошо же. Я хотел свою мечту, чтобы я в день получил 5 пятерок. И я старался, учился, и у меня получилось. И я думаю, вот моя... Самая лучшая моя мечта была, которая первый раз в жизни у меня сбылась. Но мечта это что-то личное, я думаю, что если кому-то ее рассказывать, она уже теряет свой смысл и перестает быть мечтой, а остается чем-то общим для всеобщего обозрения. Не делитесь мечтами. Не знаю. Половину можно ей рассказать. Мне кажется, если ты мечтаешь, то ты имеешь цель в жизни. Потому что... Кто ты, если ты не мечтаешь? Нужно же ради чего-то жить. Вот так. Я думаю, что делиться со своей мечтой нельзя, потому что люди по-разному мечтают. У кого-то одна, у кого-то другая. Думаю, мечту нельзя никому рассказывать. Еще есть такая поговорка, кому мечту расскажешь, она не сбудется. Я люблю мечтать. Мечта – это стимул. Без мечты человек становится бездушным, безинициативным. И сухим. Я долго мечтала играть на пианино. И вот, дома стоит пианино, и я в музыкальную хожу.